Так, вот вам Сатурн. Темненько, но что-то видно. До 26 сентября 2023 год. ISO 100, выдержка 1 к 30. В общем, света меньше всего. Долго пытать не буду, пошли к Луне. Она тут рядышком. Вот она. Опять фейлом окончился. Окончилась попытка поснимать на автофокусе. МКС. Так, тут, наверное, уменьшает надо выдержку. Ну, есть дымка, но неужели она так влияет? Ну, совершенно не срабатывает автофокус. Я просто в шоке. Ты представляешь, ну не хочет в кадр, даже Луна попадает, ну это уже перебор. Все, зашел. Вот это кратер, по-моему, Платон называется, кругленький, 100 километров в диаметре. Ёлки, я все забыл уже. А, ну да, тут даже не дымка, тут такие уже приличные. Чуть не через перьевые облака мы смотрим на Луну. Все-таки линия терминатора поинтереснее, наверное, будет, да? Пускай вот так. Сослуживец говорит, что ты идешь, ты же уже снимал 10 раз этот МКС. Я говорю, 10, тысячу не хочешь, 10. Это, ребята, шиза. Охота пуще неволя. А где же наш кратер с глазенками? Уже не видать его. Не, ну, резкости лучше не будет, не потому что... Не только потому... А вот он, кратер с глазенками. Да, вот он в левом нижнем углу. Глазеночка. Да, и вот же внизу этот рот, который был раньше на линии терминатора. Ну, сейчас это, конечно, не так. Порой доля не працюе. Да, просто облачно. В буквальном смысле уже даже это не дымка, это облачность. Небольшая, но облачность. Ну, хорошо, 26 сентября 2023 год. Через два дня, ну, послезавтра, Луна в перигее, на ближайшем расстоянии к Земле будет по своей орбите. И явно мы подбираемся к полнолунию. Да, так, красавицу нашу оставим. Как раз у моей сестрички день рождения будет, а у Луны будет перигей.